Приветствую всех, это Андрей Доцент, и это последняя глава трансформеров под названием «Одному суждено остаться». Могучий Десептикон Триптикон упал на поверхность, скороговорка, Десептикон Триптикон, на поверхность Кибертрона, но списывать его со счетов рано, грядет последняя битва. Одному суждено остаться, другому суждено пасть. Это говорил Оптимус Прайм, я так понял. То, что его фраза. Ну что, начинаем? Проходить. Так, кто у нас заступил? Бамблби, Оптимус Прайм, Айронхайд. Классический набор. Ну, естественно, мы берем, как всегда, Оптимуса Прайма. Компания на карте, одному суждено остаться. Отключенное орбитальное оружие оказалось никем иным, как свирепым чудовищем по имени Триптикон. Подобно метеору, оно несется к поверхности планеты, стремясь отомстить автоботам. Смотрите! Вот он! Так, мы засекли место падения. Подходим на дистанцию визуального контакта. На всякий случай оставайтесь на связи. Покончим с этим пространством. Мы уже в пути, но чтобы к вам добраться, нужно время. Думаешь, эта жестянка могла уцелеть, упав с орбиты? Триптикон крепче, чем ты думаешь. Если он еще функционирует, твое оружие не пробьет его броню. Лучше целься в его орудие. Спасибо за совет, Сильвертон. Ой. Мы это учтем. Так, ага, вижу перфоратор. Ну, всяко лучше. У нас стволы сплошные пулеметы. Я думаю, это хорошо. Ё-моё. Это хвост! Сильвербол, мы обнаружили Триптикона. Ой. Передаю координаты. Где мы упали? Самого Триптикона? Господи, ну и у него и... Он смеется над нами! Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Стреляет! Стреляет! О! Сильвербол предупреждал! Его броня слишком нормально. Крепка! Он не может быть непобедимым! Мы что-то упускаем! Так, ага! Смотрите! Похоже, орудия на его плечах перегреваются. Погнали. Если мы спровоцируем перегрузку, они взорвутся. Айронхайд. Давайте-ка спровоцируем. Нужно придумать, как перегрузить его орудие. Черт. Как ракеты полетели. Ёшки, вот. Так, транспортер левой батареи. Так, господи, и как же мне... Есть! Чё ещё? Есть! Отлично! Отлично! Так, мы его... Наша тактика работает! Ого, он долбанул, я ж подлетел! Чё, надо уходить! Бьёт ведь! Понял. Враг. Так, 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 надо аккуратно, иначе он сейчас так прикончит. Черт. Своего луча садит. А эти что там стоят? Я не пойму. Яйца чешут, а? Эй! Бамблби. Сделайте что-нибудь. Я тут одного сейчас пришпорят. Так. Ну чё? Есть. Отлично. Похоже, мы его разозлили. Не говори. Так. Эй, Рейд, помоги Прайму и остальным. Мы с Джетфайером тебя прикроем. Сейчас всё подлатаем. Держитесь ближе к этим заветам! Ё-моё! Сильвербол!
Jetfire! Ого! Чё, насмерть? О, всё, пизда тебе тогда, ящерица. Теперь крышка. Автоботы, Триптикон готовится к атаке. Будьте начеку. Прощайте. Прощайте. Ну, я думаю, ты меня тут не достанешь. Включаю питание систем вооружения. Чё он делает? Ой! Так, 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 так. Хреновая тактика. Совсем хреновая. Ну, он медлителен. И в этом наше преимущество. Что происходит с его бортами? Они меняют форму! Так. У него все те же проблемы! Слишком сильно давай, греется! Давай, 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 делайте, как велит Айронхайд. Стреляйте по контуру. Есть, отстрелили один контур ему. О, это должно быть очень больно. Правильно, сиську левую отстрелили. Так. Так держать, какой автоботы. Какой же ты злой, а? Мы его достали. Так, входим, входим. Мне бы патроны где-нибудь раздобыть. Кажется, патроны видел, да? Нет? Бляха-муха! Чёрт, прошляпил я момент! То, что патронов нет, ни хрена! Поехали отсюда, пока нас не прибил. Где патроны-то взять, ребят? Полная задница. Еще. Вернулись. Отлично. Вот. Стреляем, ребят, стреляем. Стреляем, 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 стреляем. Давай, 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 давай. Отстрелите его. Чёрт, чё он хочет? Опять хвостом долбануть? Ох ты, ё-моё! Прям в меня попал хвостом этот. Скотина, а? Ага, понял, надо в воздухе висеть. Тогда понятно всё. О, какое место классное. Сейчас тебя... Замочим. Так. Чёрт. Чё случилось? Он даже скорость... Берегитесь хвоста! Чё он решил? Ух ты. Чё творится? Я вообще не пойму. Блин, чёртов пробел сраный! Он еще и темным энергоном владеет. Это вообще жесть. Как же мне тебя порешать? Иди ты нахер, букашка. Мое оружие его не берет. Смотрите внимательно. Конечно. У него должны быть уязвимые места. Вижу уязвимые места. Энергетические ядра на его спине вполне уязвимы. Да, вот и цель. Всё. Автоботы, бейте по энергетическим ядрам на спине Триптикона. Давай здоровье, хватай, убьют! Подожди! Мне нужен всего на сработало! Ну, поднажмем! Так, 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 стреляем. Чем он от меня? Чем огрел? Вау! Давай, 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 давай! Ничего у него не получится. Хватаем нашу пушку. А, патронов не густо у нее. А нам больше не надо. Один меткий выстрел.
сука, и то проебал. Да пошел ты нахер, а? Как вовремя перезарядка? Как вовремя? Ну это выбешивает просто с ума сойти. Здоровье берем. Он что-то говорит. Честно говоря, все ясно. Стреляем, стреляем, пока у нас бонус активен. Так. Так, 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 так. Что он хочет? Он ракеты пустил. Поехали, поехали. Валиваем, у нас ракеты летят. Давай, 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 круги наматываем. Есть! Есть! Все? Хорошо? Вы заплатите за это, автоматы! Ух ты, ёб твою налево! Хвала Праймусу. Слава богу, хоть бы тут пробел не нажал. Осторожнее! Ты проиграл, Триптикон. На! Замочил. Автоботы, вперед! Триптикон повержен, но к радости победы примешивается горечь. Оптимус и другие автоботы смотрят, как их братья покидают планету на транспортных кораблях. У тебя получилось, Прайм! У нас получилось, Рэтчет. Сегодня погибло много наших братьев, но благодаря нашим совместным усилиям остальные выживут и найдут новый дом в другом. Оптимус, не забывай про Мегатрона. Пока мы останемся здесь, будем ему противостоять. Но вскоре нам также придется покинуть Кибертрон. Я подготовил для нас новый космический корабль. Ковчег, в котором мы полетим к звездам. Куда бы мы ни отправились, Кибертрон будет с нами. Да... Было круто. Награда, да, конечно, спасибо. Все было крайне затруднительно с этим боссом по сравнению с другими, но тем не менее мы одержали верх. И как было сказано, радость победы перемешивается с горечью того, что нам придется покинуть эту планету на корабле, который называется Ковчег. А покидать мы будем в следующей игре под названием... Трансформеры падения Кибертрона. А я прощаюсь с вами. Это был Андрей Доцент. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.